Можно. Ой, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Так, ждете, встречаете, да? Да? Как хорошо, спасибо. Как у вас здоровье? Вот сегодня вы прям мне нравитесь сегодня. Да, вот в тот день как-то не так вот были. Мне было. Слава Богу, все хорошо сегодня прям, да? Ничего, я... Ой, молодец. Я прям вот всегда вот, я вот со стариками вообще обожаю их. Вот какие они вот молодцы. Вот никогда не паникуют, всегда все у них вот все хорошо. Наверное, такую жизнь, что ли, прожили они вот всегда в трудностях. А молодежь мы все киснем. По сравнению со своими пациентами, Лидия Алексеевна Ураева, конечно, молодежь. Возраст тех, кого ей, заведующий Титовским фельдшерско-акушерским пунктом, положено навещать, от 70 и до 90 с лишним. Она с ними, как с детьми малыми. Иногда с уговорами, всегда с улыбкой. Практически о каждом знает, кто где и сколько работал в прежние годы. Добрых слов не жалеет никогда. Литейный цех вот с Толиваром, это же вообще женщина. Ой, я вам горжусь. Ну, не молодец. Не плачь. Она сейчас будет плакать. Надо. Она плакать сейчас. Это добрая еще. Да? Да. Я знаю она. В Олимпийском 1980-м она закончила Оренбургское медицинское училище. Лидия Алексеевна родом из Титовки. Первые 3 года отработала в Рождественске Шарлыкского района, а вернувшись в родное село, вышла уже заведующей в Титовский медпункт. С некоторыми коллегами работают бок о бок не один десяток лет. Вот с Валентиной Васильевной мы в этом селе родились, вместе рядом жили, ходили в школу. Потом поехали в медучилище вместе, поступили и приехали. И вот сейчас работают. Основана Титовка в 1828 году. Вроде как выходцами из Воронежской и Рязанской губернии. Название получила по имени одного из переселенцев. Списки надела в деревне Титовки от 30 сентября 1850 года первым показан Тит Подковырьев. Когда Ураева начинала работать на ФАПе, 2 недели не проходило, чтобы в районный роддом местных не сопровождали. Сейчас это в прошлом. У нас с бараком мы 2 села обслуживаем, 308 человек. Вот 22 ребенка, 8 подростков. Из этих вот 166 рабочего населения. Ну, а работают всего 56. Ушли в прошлое тяжелые 90-е, когда в работе не хватало самого необходимого, а медики, как могли, латали семейный бюджет. Сейчас на ФАПе все есть. Современные аппараты измерения давления, ЭКГ, ростомер, весы, кислородная подушка, наборы специнструментария, новые, полностью укомплектованные акушерская и фельдшерская сумки. Полученный транспорт по национальному проекту здоровья. Но в любые времена самым главным, пожалуй, оставалось отношение к делу и к людям, за которых в ответе. Здравствуйте. Ходите, здравствуйте. Садитесь. Садитесь, Нина Григорьевна. Ой. Так, какие жалобы? Какие что жалобы? Получилось? Жалобы такие, что у меня постоянно стало где-то сердцебиение. Полежала немножко, отдохнула, успокоилась. А потом потихонечку встаешь тогда. Родители Лидии Алексеевны ушли из жизни рано. Сегодняшнее поколение стариков – это поколение ее мамы и отца. И именно потому, что население уменьшается и стареет, помощь фельдшера на селе сейчас особенно востребована. У нас после инсульта, наверное, человек 5. К ним надо всех проехать. Мне кажется, еще больше стало вызовов, и активных вот таких вызовов стало больше. Закончив прием в Титовке, фельдшер отправляется в село Бараково. Выезд происходит 2 раза в неделю. Еще раз проверяет, все ли с собой. Хоть и находится Бараково в 7 километров от Титовки, возвращаться некогда, пациенты ждут. Но перед выездом Лидия Алексеевна заезжает еще к своей титовской Марии Максимовне Гириной. Без контроля оставлять их стареньких никак нельзя. Здравствуйте! Давление упало. Так, сколько сахар? Сахар 10,5. Ну, картошку не надо было, конечно. Не надо было. Сахар. Я знаю. Сейчас нагонишь. Это... Опа. Деда. Давай сюда. Она мне. Не больно, не щипно. Бараково, куда 2 раза в неделю ездит Лидия Алексеевна, живут сейчас и ждут ее 52 человека.
Полине Даниловне Шабановой 83 года. 40 лет она работала дояркой. Племянники зовут ее в город, а она ни в какую. Мол, здесь сама себе хозяйка, и пока ноги ходят, в доме буду своем. На вопрос, а как же вы здесь зимой, отвечает просто. Да все так же. Да дровами топлю. У них газ нету. Попутно с лекарствами и продуктами, которые нужно везти в следующий раз, фельдшер еще наказ получает. Договориться с главой бурьян покосить. Ладно, я ему скажу. Мы с ним поговорим, с Юрием Васильевичем, глава наш, администрация. Они, а у тети Мани там, не знаю, съездили? Не знаю. Я сказала, говорю, Юрий Васильевич, чтобы у нее прокосили, говорю. Она, говорю, не может выйти даже. Вот сейчас, говорю, пойдет, она в траве запутается и упадет. По-моему, ездил он туда. Когда-то на этих улицах звенели детские голоса. По утрам пастух гнал большое стадо. Сейчас сначала показалось, кто-то стоит на дороге, а оказалась колонка, напоминающая силуэт человека. Хотя ура его здесь ждут. Вот только на дорогу выходят все реже, день ото дня. Ой, доброе здоровье езжу. Век не умирать, да 100 годов жить. Ой-ой-ой. Сколько я живу, только она пускай живет. А вы сколько вам лет? Мне... Марии Степановне Мерзликиной 88. Большую часть жизни работала пекарем. В большой семье их было 9 братьев и сестер. Два брата не вернулись с Великой Отечественной. Остальные разъехались в советское время по всей стране. Лидия Алексеевна в который раз раскладывает на подписанных листочках таблетки, какую в какой день недели принимать. Рядом в районе живут племянники, но и они не могут уговорить бабушку уехать в город, хотя навещает ее здесь частенько. Здесь время словно остановилось. На старых фотографиях родные лица, словно из другой жизни. И опять задаю вопрос, почему не уезжаете? А Мария Степановна, как о человеке, говорит о своем доме. Он у меня лучше всех. И не надо мне ни год, ничего лучше всех. Я родилась и выросла, и остарела тут. Договариваются на следующую встречу. Мария Степановна просит привезти яблок и еще кое-чего из продуктов. Все необходимое, говорит, есть. Магазинов Баракова нет давно. Заказывают тем, кого навещают родственники. Да вот Ураева еще сумками привозит то, о чем просят старики. Мария Степановна долго не отпускает Лидию Алексеевну. Общения не хватает. Про запас, как таблетки, его не привезешь из магазина, не продается. Но ехать надо, и ждут еще Домаевские, Николай Сергеевич и Евдокия Дмитриевна. Навещает их, расспрашивает о самочувствии, напоминает о процедурах и лекарствах, спрашивает, что им привезти в понедельник. Возвращаемся в Титовку. Там нас уже ждет главный врач Шарлыкской районной больницы Сергей Анатольевич Войнов, у которого много добрых слов в адрес фельдшера Ураевой. Около 15 лет я ее знаю. Могу сказать только положительное. Это фельдшер, который, ну, для меня является образцом. За этот год сделано более 350 выездов. Значит, обслужено около 2000 человек. Ну, доставляются медикаменты, делаются прививки, просто осмотры медицинские делаются, в том числе и с профилактической целью. Вот такой обыкновенный рабочий день провели мы с сельским фельдшером Лидией Ураевой. А потом она пригласила нас домой, где ее коллеги и односельчане накрыли роскошный стол. А сколько слов в адрес любимой и уважаемой Лиды было сказано. Все были единодушны. Губернаторская премия досталась Лидии Алексеевне Ураевой, заведующей Титовским ФАПом по праву, потому как ее огромного сердца, профессионализма и опыта хватает на всех пациентов. А в отдельной категории особо любимых еще есть и сын, и внучка. Вот и за столом Лидия Алексеевна не просто поздравления принимала, но и всем присутствующим добра желала. Так было сотни лет и прежде. Людей встречают по одежде. Ну что лицо и что одежда, коль нету веры и надежды. Любовь способна уходить, но с верой нам нельзя расстаться. Надежда в нас должна остаться. Желаю вам всем здоровья, и чтобы с вами по жизни всегда была любовь, вера и надежда. Прощаемся с Титовкой, селом в стороне от шумных трасс и больших городов, и понимаем, что немного сердца остается здесь, среди этих добрых, искренних и простых людей.